Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу вам о подростковом наборе для дайвинга, для снорклинга. Значит, сначала такое небольшое, как бы, небольшое отступление, да, то есть что такое подростковое и для чего оно вообще, вот, то есть детские вот эти наборы и так далее. Вот, то есть, значит, какая ситуация? В основном, все то, что продается и позиционируется как маски, трубки для детей в детских магазинах и так далее. То есть, оно стоит дешево. Вот, такие наборы там с какими-то ластами, там, все это стоит там $5, допустим, да, то есть, 5 там $10, ну 10 это еще куда не шло, но за $5 тоже набор с ластами, с маской, с трубкой, вот и так далее, есть и дешевле варианты. Вот, то есть все то, что продается, вот то оно как бы фуфло, ребят, другого слова культурного не найду вам. Вот, то есть, покупая своему ребенку или подростку, если вы хотите его приобщить к, скажем так, подводному миру, да, то есть, чтобы он посмотрел на рыбок каких-то, на каких-то подводных животных, получил какое-то реальное удовольствие от этого, вот, то есть, возможно, такое, как получаете вы, ну, или вы, может, не получаете, как бы, то есть вы этим не увлекаетесь, но хотите все равно, как бы, чтобы ребенок, допустим, на море поехал там и посмотрел. А вот, то есть не выбрасывайте деньги, ребята, не выбрасывайте деньги на дешевое такое совсем уже оборудование вот это. Потому что вот эти одноразовые маски, то есть они очень низкого качество, так, а вот, то есть потом у них вот этот вот обтюратор, он идет такой жесткий ПВХ, то есть оно дубеет, то есть его если один год купил, на следующий год он становится таким очень-очень жестким, он дубовый, и все, его выбрасываете. Вот, во-вторых, то есть еще немаловажно, то есть спереди вот тут, да, то есть для обзора идет не стекло, а пластик, то есть пластик такой вообще, ну, то есть песочек туда попадает, то есть где-то человек вот взял, да, там ребенок что-то, ой, там промыл, как бы с песком оно все поцарапалось, то есть, ну, негодное, вот, но самое, как бы, главное, это то, что оно не будет нормально здесь прилегать, вот, и, соответственно, вот, дешевый набор, то есть вы выкинете деньги. Вот, я видел также наборы тоже, да, там маленькая такая масочка идет, да, и трубка, вот, но я смотрю реально на той трубке, вот, и загубник, вот такой огромный, то есть, ну, реально для взрослого, то есть ребенок не сможет нормально, комфортно пользоваться тем загубником, вот, поэтому, то есть, оно ему либо будет давить где-то или натирать во рту, ну, то есть, тут вообще, как бы, ну, я же говорю, то есть, просто, знаете, как вот эта импульсная покупка, то есть, поддались на эмоции, о, пусть мой ребеночек там что-то там интересное получит, удовольствие какое-то, а вот, купили ему эту маску с трубкой, в итоге он одел что-то это, оно течет, все, выкинули, все, и забыли его, потом, как хлам, там, я же говорю, за копейки оно никому не нужно, то есть просто в мусорник выбрасывается. А вот, поэтому, если вы хотите ребенка приобщить к дайвингу, да, то есть к подводному миру, покупайте качественные наборы. Они есть разных фирм, в принципе, можно что-то и по китайским посмотреть, там. Ну, кое-что в Интексе есть, более-менее приемлемое, кое-что есть, Джос, по-моему, называется, тоже там такие более-менее. Ну, еще там несколько брендов китайских, то есть можно выбрать. А вот, то есть при выборе на что обратить внимание, сейчас я расскажу. То есть в данном, ну, вот здесь у меня, я представляю сегодня, да, как бы такой видеообзорчик, это
у нас трубочка и маска фирма RT Riftur, да, то есть, вот, значит, что такое Riftur, вот этот набор, то есть это, скажем так, для разных стран, вот иногда встречается такой же самый набор под брендом Tusa, фирма Tusa такая знаменитая, вот, то есть все знают ее. А здесь же под, видите, RT, просто RT, то есть, ну, я же говорю, оно один в один, то есть, скорее всего, делает один и тот же завод, просто, может быть, для разных стран или под чей-то заказ. Вот, значит, на что обратить внимание? Вот в данный момент, да, я держу масочку, то есть, это правильная маска для ребенка. Что в нем правильного? То есть, она правильного размера. Ребята, то есть она именно не взрослая, а вот, и, скажем так, она на подростков, то есть это рассчитано, значит, как я в интернете нашел, от 6 до, по-моему, 15 или до 14 лет, не скажу точно, вот, где-то так. Значит, что еще? Здесь сделано, значит, здесь tempered glass написано, то есть... стекло идет закаленное, да, то есть это моностекло, хороший обзор, вот, то есть рамная конструкция, из качественного сделан обтюратор силикона, вот, значит, то есть ребеночку будет хорошо прилегать, все нигде не будет подтекать. Значит, хороший ремешок, видите, такой он широкий. То есть, опять же, хорошо будет ребенку действительно, ну, не будет давить. Вот, значит, это касаемо маски, да, теперь по трубке. Ребята, тоже трубку желательно брать с клапанами, да, с нижним, ну, если есть возможность, с верхним, еще с верхним. Здесь же, в принципе, только нижний клапан стоит, вот, но сверху есть вот такой волноотбойник, то есть при захлестывании воды, то есть вода вот сюда стекает вниз, то есть трубку не попадает. Вот, то есть, значит, почему это важно? Потому что ребенок только учится, вот, да, то есть ему еще с этой трубкой непонятно, как себя вести, то есть как там, если вода попала, чтобы он не нахлебался, то есть как выдуть ее. То есть я вот именно непосредственно, ну, скажем так, с таким моментом сталкивался, когда ребенку дали обычная трубка. Маска хорошая была, а трубка обычная. Вот, он давай плавать, вот ему вода там попадает и все, он, короче, дышать не может нормально. Вот, поэтому все-таки выдувать ребенку легче будет, когда будет хотя бы нижний клапан. Потому что вверх, чтобы выдуть воду в обычной трубке, надо приложить, ну, такой хороший выдох, то есть усилие, ребенку будет не очень, как бы. И еще обратить внимание обязательно, что в детской трубке, ребята, загубник должен быть действительно детский, небольшой. Вот, он должен быть мягенький, силикон должен быть хороший здесь. То есть именно силикон, не ПВХ никакой там. Вот, то есть, вот, тогда все будет хорошо. Вот, вот в двух словах, да, объяснил, рассказал, показал вам, как бы, да, вот такой наборчик. Вот, и заодно рассказал, почему стоит брать все-таки, ну, нормальные вещи. И то, что это для ребенка, это не значит, что это должно быть фуфло. А вот, все, всем спасибо, до свидания, всего доброго.